Депутаты Государственной Думы приняли сегодня ряд важных законопроектов, которые затрагивают интересы миллионов граждан. В том числе о правах семей на выплаты при рождении первого или второго ребенка. Со следующего года получить пособие смогут родители, чей доход ниже 2 прожиточных минимумов, а не полутора, как сейчас. Парламент таким образом поддержал предложение президента, с которым он выступил на прямой линии. Еще один документ о стабилизации цен на все виды топлива. Новый механизм позволит избежать резких скачков даже в случае повышения стоимости нефти. В окончательном чтении принят также важный закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Кроме того, депутаты повысили НДС на пальмовое масло и снизили налог на фрукты и ягоды, выращенные в нашей стране.